переделке «Разум и чувства» Светлана Арефьева решила покрасить стены кухни в нежный пастельный оттенок, напоминающий кофе с молоком. Дизайнер выбрала цвет под названием «Пески Лабрадора». Для отделки кухонных стен подойдет не всякая краска. Необходимо использовать специальную, устойчивую к пару и влаге Dulux Kitchen and Bathroom. Эта бархатистая акриловая краска на водной основе очень прочна и устойчива к различным загрязнениям. Например, к пятнам чая или кофе. Благодаря особенному составу, краска идеальна для помещений с повышенной влажностью, кухонь и ванных комнат. Красим стену тщательно, чтобы не оставалось непрокрашенных зон, а цвет ложился равномерно. Велюровый валик с длинной ручкой позволяет дотягиваться даже до труднодоступных участков. Работаем с предварительно загрунтованной стеной. Так как ранее на стенах была краска, которая оставляет меловые следы, мы использовали укрепляющий грунт Dulux Trade Primer Cella. Краска сохнет примерно 5-6 часов. После этого нанесем второй слой. Высохшую стену можно мыть мягкой тряпкой с мыльным раствором. Краска не смоется, и стена надолго сохранит свежий вид.